Ипподромы в республике должны зажить новой жизнью. В свое время многие из них были заброшены либо переданы в частные руки. Среди них и ипподром в Караколе. Здание будет реконструировано, а его территория облагорожена. Для этого из бюджета будут выделены средства. О том, в каком состоянии спортивное сооружение, узнавал наш корреспондент. Этот ипподром в Караколе основан в 1893 году генералом царской России. Позже же, в 1958-м, здесь в последний раз был проведен ремонт. А в 2004-м ипподром перешел в частное владение. Но это никак не сказалось на ситуации внутри и снаружи. Напротив, отдельные помещения разбиты и разнесены по кирпичам. Сейчас здание передано на баланс агентства по физкультуре и спорту. 26-й трибуна Хурулган. Трибуна построена в 1926 году. В 1958 году сделана реконструкция. С тех пор ничего не сделано. В 2007 году здание продано. С тех пор дела обстояли еще хуже. Сейчас мы пытаемся что-то сделать, но этого мало. Последние два года ситуация улучшилась. Специальная конструкция, изготовленная для первых игр кочевников, будет сооружена здесь. Кроме того, скоро здесь будут построены конюшни для лошадей. В последнее время скачкам уделяется большое внимание. В этом году мы проведем 7 видов игр на лошадях. Пока здесь нет лошадей, принадлежащих государству. Сейчас по этому поводу ведутся переговоры с турецким правительством. Если вопрос решится положительно, то на ипподром привезут 20 породистых лошадей. Турецкая сторона говорила о готовности предоставить нам 20 породистых лошадей, но так как не было ипподрома, мы не можем принять такой подарок. Когда реконструкция закончится, здесь появятся лошади. В этом году на ипподроме планируется провести ряд мероприятий с целью привлечь внимание к проблемам государственных ипподромов. Зарема Мусаева, Эдиль Мелисбек, Общественный первый канал, Иссык-Кульская область.